С начала приема заявок на грантовый конкурс соискателей поступило 65 тысяч заявок. В алматинские высшие учебные заведения подано 25 тысяч заявлений. При поступлении 12 тысяч заявлений на обучение в образовательные учреждения Астаны, 3,5 тысячи человек изъявили желание обучаться в вузах Карагандинской области. Педагогические науки, машиностроение, перерабатывающая и строительная отрасли и информационно-коммуникационные технологии остаются одним из самых популярных направлений среди выбора абитуриентов. Наибольшее количество заявок по группе образовательных программ было подано на специальность информационные технологии – 7 тысяч. Заявки на конкурс образовательных грантов принимаются до 20 июля.